Здравствуйте! Сегодня готовим гусиные ножки, запеченные в медовом соусе. 8 гусиных ножек моем, чистим и укладываем в глубокий противень. Посетите наш сайт videokulinaria.rf. Вы сможете приготовить по нашим рецептам много простых, но очень вкусных блюд. Вдохновения вам и удачи! Наливаем в миску 1 литр горячей воды. Добавляем 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку молотого черного перца и 2 столовые ложки меда. И хорошо перемешиваем до полного растворения соли и меда. Заливаем приготовленным соусом гусиные ножки. Добавляем разрезанный на 4 части корень петрушки. Плотно закрываем лист фольгой и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 190 градусов Цельсия в течение 1,5 часа. Готовые гусиные ножки подаем с картошкой, тушеной с грибами, с рисом и с оленями. Приятного аппетита!